Мы выбираем, нас выбираем. Как это часто не совпадает. Я за тобой следую тенью. Я привыкаю к несовпадению. Сейчас открою. Минуточку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Елена Владимировна? Да, это я. А я Оксана. Очень приятно, но я вас не знаю. Как? Разве Андрюша? Ой, простите. Разве Андрей Васильевич вам про меня ничего не говорил? А что он должен был мне о вас говорить? Ну как же? Прошлым летом мы вместе в Карелии отдыхали в одном пансионате и полюбили друг друга. Однако вы смелая девушка. Так вот запросто прийти к жене и сказать, что любите ее мужа, а он любит вас? Елена Владимировна. Правильно я поняла? Да, Елена Владимировна, мы не виноваты, что так случилось. Честное слово, мы очень долго сопротивлялись нашему чувству. И как долго? Почти до конца отпуска. Действительно, долго. Знаете, ваш муж очень порядочный человек. Он не стал скрывать от меня, что женат. Действительно, очень порядочный человек. Я всегда осуждала своих подруг, которые встречаются с женатыми мужчинами. Почему же? Ну, я думаю, что это подло по отношению к их женам. Я тоже так считаю. Но потом в нем оказалось столько хороших качеств. Поверьте, за мной многие ухаживают. Все не то. Мой муж то. Конечно, он совершенно особенный у меня. Ой, простите, у вас. А вы замечательная женщина. Такого мужа вырастили. Потрясающе. А вы не боитесь, что я вас выставлю после этих слов? Нет. Нет, конечно. Елена Владимировна, он сказал, что сам вам обо всем расскажет. Но я ждать не могу. Понимаете, никакой определенности. Потрясающе. Хорошо. А что вы от меня-то хотите? Елена Владимировна, продайте мне вашего мужа. Что? Я не ослышалась. Повторите, пожалуйста. Да я говорю, продайте мне его, пожалуйста. Как это? Продайте? Да очень просто. Я вам за него хорошо заплачу. Потрясающе. Просто потрясающе. Я вас точно выпровожу сейчас из деревни. Елена Владимировна, как говорит Андрей Васильевич, мы же современные люди. Вы с ним живете по инерции, 2 года не разговариваете. Это он вам сказал. Да, он от меня ничего не скрывает. Вот и посмотрите правде в глаза. Не лучше ли вам расстаться? Вы еще такая привлекательная женщина. Вас может полюбить достойный человек. И вы его полюбите. Вам еще мечтать надо. А у вас в глазах одни воспоминания.
Так нельзя. Что я что-нибудь не так сказала? Потрясающе. Просто потрясающе. Мы современные люди. Тогда я вам тоже скажу все на чистоту. Мне наш разговор отвратителен. И я вас не выгоняю только потому, что мне стало интересно, сколько же вы можете заплатить мне за моего мужа? 20 тысяч. Сколько? Я не ослышалась, повторите. 20 тысяч долларов. За моего мужа? Да, за вашего мужа. Однако, откуда у вас такие деньги? Вы не думаете, Елена Владимировна, я в своем уме. Я только люблю его очень и готова отдать за него все, что у меня есть. Нет, точно. Я забыла вас спросить, но вы и сами уже сказали в своем уме, в чем я очень сомневаюсь. А деньги, я вам скажу, откуда у меня. Да. Видите ли, я решила продать машину, которую мне оставил отец. И свою двухкомнатную квартиру вместе с мебелью, с посудой. Вот только библиотеку отец просил никогда не продавать. Я обещала. Но все равно набралось ровно 20 тысяч. И покупатели на все уже есть. Я могу хоть сейчас вам написать расписку. Первую половину сейчас, а вторую, ну как бы в кредит. Современному. Да. Елена Владимировна, я чувствую себя такой виноватой перед вами. И вот решила, иду, все расскажу по-честному. Ой, Елена Владимировна, я так волнуюсь, можно я водички попить? Попейте, голубушка, попейте, конечно, попейте. И не стоит так сильно волноваться. Спасибо. Мы же современные люди. И Андрей Васильевич действительно прав. Между нами нет тех чувств, которые были, и мы живем больше по инерции вместе. И вы ни в чем не виноваты здесь. Вашей вины просто нет. Даже как если бы вас не было, мы бы все равно жили бы. Как я рада. Чему вы рады? Да потому что вы не считаете меня виноватой. Знаете, в одной книжке мне запомнилась фраза: если мужчина уходит к другой женщине, то виновата в этом сама женщина. Я согласна с этим и не разделяю точку зрения многих жен, которые ненавидят своих любовниц. Простите, я не хотела вас обидеть. Скажем так, любимых женщин своих мужей. Да, что поделать, женщин-то на свете больше, чем мужчин. И все хотят быть любимыми. Вот наши мужчины и разрываются на части, чтобы всех нас сделать счастливыми. Их тоже понять можно. Какая вы умная. Что вы, Оксаночка? Я просто стараюсь войти в ваше положение. Вам ведь тоже хочется быть любимой. А судя по всему, по-настоящему может любить только мужчина после 15-20 лет семейной жизни. Мне даже нравится ваш откровенный поступок. Пришли, все по-честному рассказали, готовы отдать все, что у вас есть.
Вы очень симпатичный человек, Оксаночка. Так вы согласны? Да. Вы знаете, Оксаночка, можно я вас так буду называть? Да, конечно. Я и сама не раз думала, что если мы разойдемся, то в моей жизни может произойти что-нибудь замечательное. Но страшновато было. Ну, разойдешься и что? Сидеть и ждать, пока тебя заметит какой-нибудь положительный человек? Ну, что вы машете руками? Нет, не надо ждать. Зачем ждать? У меня есть знакомый генерал. Вдовец. Приличный человек. Когда в штатском вылитый Жан-Маре. А когда в форме? Ну, тогда вылитый Жан-Маре в форме. Вы все-таки замечательный человек, Оксаночка. Вы уже и о моем будущем позаботились. Ну, конечно. Я же к вам очень хорошо отношусь. А генерал, он еще молод. Волосы с проседью, домик за городом, аквариум с золотыми рыбками. И у него такой хорошенький адъютант, веселенький такой. Сказать, чтобы он вам позвонил? Кто, адъютант? Да нет, генерал. Нет. Военные меня не интересуют. У меня отец был военный, я знаю, что это такое. А, хорошо. Хорошо. Минуточку. Сейчас. Хорошо. Давайте посмотрим кого-нибудь другого. Вот. Стоматолог. Первейший класс. Когда входит в дом кино, все артисты встают и улыбаются ему его же зубами. Очень интересно. А что это у вас за книжечка? Это записная книжка. Но я же не знала вашего вкуса. Вот и выписала сюда все возможные варианты. Думаю, ну вдруг вас кто-нибудь заинтересует? Откуда у вас столько знакомых? У меня подруга работает в бюро брачных знакомств. Вот она мне выписала сюда всех женихов первого сорта и дефицит. А мы сейчас с вами рассматриваем первый сорт. А дефицит? Ой, не советую. Знаете, это кто? Это, ой-ой-ой-ой, и холостые мясники, и скорняки, и механики автосервисов, собачьи парикмахеры. Пошачьи гинекологи. И потом, Елена Владимировна, $20,000. Для них маловато будет. Ого! Да! Хорошо. А почему в вашей книжечке нет людей искусства? Потому что люди искусства – это второй сорт. А мне у меня В другой книжке. Вот. С кого начнем? Писатели, композиторы, поэты. Вот поэт недавно написал «Шляги в нетленку». Что написал? «Нетленку». Эта песня так называется, от которых народ в ресторане угорает. Что делает? Угорает. Елена Владимировна, я смотрю, вы от жизни совсем отстали. Сейчас мужики делятся на шнурков и липучек. Шнурки – это так себе, а липучки – это те, от которых даже мочалки угорают. Нет, липучки меня тоже не интересуют, да я и сама давно не мочалка. Ладно, сейчас вычеркиваем. Вычеркиваем.
Только не волнуйтесь. Обязательно кто-нибудь найдется. Вот, знаменитый писатель, известнейшая личность. А чем же он известен-то? Чем? Что он написал? Да, честно говоря, не знаю я, что он написал. Да, хорошо. Ну, а почему у вас художников нет? В юности я была знакома с одним художником. До тех пор, пока вышла за Андрика. Извините, это я в то время так Андрея Васильевича называла. Ничего, ничего, я понимаю. Ведь я его сейчас тоже так называю. Да? Да. Ну-ка. Ну ладно. Так вот, в юности я была увлечена одним художником. Это было так романтично. Он был беден, жил на холодном чердаке. Он приводил меня к себе зимними вечерами и, не снимая с меня шубы, писал мой внутренний мир. Играла музыка Вивальди, а за окнами падал большими снежными синими хлопьями снег. Ой, какое совпадение! Вы знаете, ведь я до моего Андрика, ой, простите, до вашего Андрика, нет, ой, ну я запуталась совсем. Неважно, пусть будет до нашего Андрика. Хорошо, до нашего Андрика я тоже встречалась с одним художником, но он, правда, не беден, а скорее богат, и живет не на чердаке, а в особняке. Ну, там тоже найдется холодный чердак. Вот и будете с ним там встречаться. Хорошо. А он не скупой? Нет. Ведь, понимаете, он всего лишь только на 2 года старше вас. И похож на Христа. Много путешествует, любит детей, сладкое, шампанское, природу, скачки. И, знаете, просто и буддизм, и какой-то плюрали. Ой, ну, в общем, я не помню точно, что он любит. Ой, Оксаночка, а не пройти ли нам с вами на кухню? Я пирог испекла. У нас, кстати, сегодня годовщина нашего знакомства с Андреем Васильевичем. Мы там с вами спокойно обо всем поговорим. Кстати, что-то Андрей Васильевич сегодня задерживается. Он вам не говорил, что у него? Елена Владимировна, вы знаете, я с удовольствием пойду, но только я хотела сказать, я не уверена была, что у нас с вами разговор получится. Но все равно я взяла с собой бутылочку испанского портвейна. А? Думаю, а вдруг подружимся? Мы еще живы. Да, конечно, столько общего, столько общего. И все-таки пойдемте на кухню, а то ведь придет Андрей Васильевич. И не даст нам спокойно поговорить обо всем. А там вы мне и расскажете про вашего художника. Кстати, я вам задала вопрос, вы не ответили. Он не скупой? Ой, нет, что вы. У него только один недостаток. Ну, лысеть начал. Но 3 раза в день стирает какое-то средство уже 1/2 года по часовой стрелке. Каков результат? О, говорит, руки мускулистыми стали. А волосы, волосы? А волосы, говорит, стерлись. Так он у вас еще и остроумный. Ну, пойдемте, Оксаночка, пойдемте. Пойдемте. Пойдемте.
Я только хотела спросить, если только это не секрет, а сколько лет исполнилось, как вы познакомились? Никакой секрет. 20 лет. Да что? Да. 20 лет. А что вы на меня так смотрите? Как неудобно получилось. Вам 20 лет, а я вам 20 тысяч. Ай, ничего страшного. Это как по 1000 за год. Премиальные. Да. В бедном производстве. Точно. Пойдемте. А, кстати, скажите, пожалуйста, пока Андрика нет, не скупой ваш? Нет, не идет еще Андрик. Как звали вашего художника? Рафаэль. А отчество? Пантелеич. Как? Пантелеевич. Извините. А фамилия? Ой, про фамилию даже не спрашивайте. Вам тогда придется оставить свою или фамилию Андрея Васильевича. Точно он. Нет уж, лучше Андрея Васильевича. Будем все втроем жить под одной фамилией. Пойдемте, Оксаночка, пойдемте.